Сегодня около 2:30 ночи группой неизвестных лиц в количестве 6 человек совершено вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурской Чеченской Республики. В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них муляжи поясов смертников.